смотрел дома по соседству. Вот Ван Бюрен, Монро, Спринг, а самое главное, вот линия электропередач и трайл. Показываю. Вон народ по трайлу едет. Ну сколько? По трайлу. Да. И значит вот здесь построены дома. А остановился, потому что вот конец 19 века. Значит, час езды трайл, это была железная дорога. Вот, и электропередача. И час езды был курорт. В общем, дачи. Те самые. Барвиха американская. И какие-то вот здесь известные адвокаты. Значит, да, я в 7-Eleven зашел, кофейку купил.